ну я не против, если меня бы отстарпонили, но это разные вещи, правильно, конечно. Мне кажется, лучше бы ты этого не говорил. А это вырежут? Нет, это прямой эфир. А. Ладно. Вас зовут Павел? Да. Смотрите прямо. Павел, у вас были мысли о суициде? Да. Сказал правду. Ты что, I'm not boy? Что ты загрустнул? Не надо. Не смешно просто. Вы хотели бы еще раз оказаться в рехабе? Нет. Правду сказал. Еще. А кто бы хотел оказаться в рехабе? Спасибо, вот это вот. Не буду матом ругаться. Любители, которые мы создаем, переживаем. Павел, тебе стыдно перед сыном? Нет. Павел говорит правду. Не стыдно? Правду сказал. Кошмар. Отец года. Да это вранье, тебе стыдно. 97% полиграф показывает, правда, что правду говорит. Да? Да. Да. Значит, нет, ты просто скотина. Нет. Были моменты, когда полиграф сомневался? Нет. 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 В моем случае вряд ли сомневался. Я отвечаю реально, как есть. Бля, я не обманываю. Я нигде не... Правильно, ну, не было такого, что я сказал нет, а там да. Гоу? Вас зовут Павел? Чё, гоу? А что, неизвестно? Это стандартный вопрос. Павел, у вас есть интимные отношения сейчас с Евой Карицкой? Нет. Кто это? Павел, у вас есть интимные отношения сейчас с Евой Карицкой? Нет. А кто рядом сидит? Правду сказал. Что, девчонки? 8-965. Ну, давно нет интимных отношений. Ты знаешь, из-за чего? Да, потому что... Вот и все. Не знаю. Другим неинтересно. Знаешь, что самое главное. И скейтер тоже знает. Надеюсь, он нам еще. Скейтер вообще. Наш близкий. Ай, вот это хороший вопрос. Поехали. Скейтер, блядь. Какой-то, да скейтер какого-то доебался там, блядь. Павел, вы бы снялись бы в порно с трансом за 500 тысяч? Да. Павел, вы бы снялись в порно с трансом за 500 тысяч? Да. Бля, я так радуюсь, как он отвечает. Я сказал утвердительно. Извини, Карин. Да, пожалуйста, это твой выбор. Можно галочек сделать? Пересох в уровень. За вопросы такие. Ваш бар зарабатывает больше 300 тысяч? Нет. Я договариваю вопрос, только после этого вы отвечаете. Извините, пожалуйста. Павел, ваш бар зарабатывает больше 300 тысяч в месяц? Нет. Ложь? Нет. Да он просто сам не знает, по-моему. Не, ну а как это сработало? А сработало на каком уровне? Что я знаком... Подсознание мое зарабатывает, а они... Я знаком с теми, кто Пашка отмазывал, он с косяк этот ебик 11 раз попадался в нетрезвом виде за рулем, и его все отмазывали. Но я последний раз не фартануло. Кто Пашка отмазывал. Пиздец. Вот, едем потом туда, Паш. Поехали, ради бога, я тебе, блядь, гамбургер, помнишь, я забрал? Где он? Я его съел. Спасибо. Прямо. С прямой осанкой лучше. Хорошо. Насчет этой осанки прикольно было. А Полинка? Дашка, Полинка вообще. Меня зовут Павел. Она тебе все, она не отстанет от тебя. Да я с тобой сейчас развожусь, я, наверное, и женюсь. Да? Ну, мы идеальная пара будем. Я уверена в этом. Нет, 100%. Идеально. Нет, это реально разъем. Павел. Это мы денег заработаем больше, чем похуй. На вас нападали на улице с целью... На вас на улице нападали с целью ограбить? Нет. Она, например, детей хочет. Павел, диалог есть после тестирования. Нет, не нападали. Павел, на вас нападали на улице с целью ограбить? Павел сказал утвердительно. Павел, вы писались по ночам или писались? На будущее вопросы лучше, да, лучше вслух не озвучивать. Да, это ебань. Я сейчас стану ебаньки разобью. Павел, не отвлекайтесь, тестируйте. Да, я здесь на Фоксе. Вас зовут Павел? Да. А вы не знали? Павел, вы писались по ночам? Вот это вот я сохраню. Да. Время? Павел, вы писались по ночам? Да. Павел сказал правду. Я
Я представляешь, насколько я отвечаю правду? Послушай, я тебя никогда не обманывал. Да, вообще с этим. Не, серьезно. Ну, вот так вот, честно. Где я обманул? Никогда вообще? Не обманул. Правда, вообще не. Следующий вопрос, сразу отвечаю, да. Просто сходу говорю, да. Причем недавно. Давайте, когда я озвучу, тогда. Угу. Павел, вы хотели бы убить свою жену? Что, блядь, это не смешно, нахуй. Это правда. Павел, вы хотели бы убить свою жену? Да. Что за хуйня, блядь? Что, уже и не смешно стало. Это правда, я хуею вообще. Павел сказал правду. Блядь, что? Вот доказательство. Вот если что, если что-то со мной произойдет, вот это он. Это мы вырежем. Нет, это не вырезает. Про кого он говорит? Твою смерть мы с почестями. Это вопрос от подписчиков, я там, я так полагаю. Что ты там подкидываешь, бля? Они знают, что делать. Пизду, не подливай нахуй воды лишней. Это было от меня. Вас зовут Павел? Меня, да. Ноди, сделайте прямо. Не могу. Сделай, пожалуйста, ноди. Ноди прямо. Просто сижу как долбоёб, прям ногами. Вы хотите правдивый результат, поэтому слушайте. А, если я ноги скрасил, то не так, да? Павел, вы пробовали фекалии? Что? Блядь, нет. Нет. Опять какие-то вопросы дикие пошли. Павел, вы пробовали фекалии? Нет. Да правда? Нет, ложь. Павел, ответил правду. А чё она взорвала? Мирил Тейсин. А чё она мне ржёт, как будто он напиздел? Ну, слава богу. Это было такое ожидание. Не, я могу сделать кому-то, но я никогда сам не влезаю в бигуди. А если ты будешь спать? Я здравый человек, ебаный. На деньги. Нет, за деньги это другой разговор. Там вопрос был за деньги, тогда я бы ответил да. Ну, за хорошие. Это не важно. Не, за хорошие причем. Павел, вы хотите развода с Евой Карицкой? Нет. Игра в тебе сейчас скажет. Он не говорит, почему. Он говорит, да или нет. Ну. Павел, вы хотите развода с Евой? Давайте я договорю вопрос, вы потом отвечаете. Павел правду сказал. Почему? Это уже задашь кому-нибудь другому. Я ответил на вопрос, который мне девушка задала. Ирина независимый эксперт. А? Ирина независимый эксперт. Ирина, ёб твою мать, бля. Я ответил правду, какого хуя. Ты на меня закапываешься. Все, отъебись. Бля, вы там накидываете какую-то хуйню. Шок. А мы пожрём. Одни куни, что в голове, бля. Вы что там нюхали сегодня, бля? Вас зовут Павел? Нет, да. Павел, вы хотели бы сделать куни дури? Нет. Я договариваю вопрос, вы отвечаете. Я просто сразу говорю нет. Ну, прекрасно, искажённые данные просто будут. Подожди, надо сказать, кому, бля? Павел, вы хотите сделать куни дури? Нет. Лукавит. Я говорю, он всем, по-моему, хочет даже очко отвязать. Я говорю, что программа... Программа обновить. Программа обновить. Блять, по-моему, всем хочет реально куни сделать. Обновите эти плагины. Учтем и запишем на всякий случай. Такого быть не может. Ну, я... Что ну, я не буду говорить, что я там... Извините, придется немного, Паш, спрашивают в чате, я не знаю, для чего, может, ты кидал какой-то инсайт, пит здоровый будет? Мне прикалывался, да нет, конечно, нахуй она мне нужна, тем более после того, как я хочу куни сделать, ебанули же совсем. Кому ты делал вообще куни? Каким-то, по-моему, так, следующий вопрос. Подсознание выдает просто. Ну, я вам еще раз повторяю. Я пытаюсь работать по сознаниям. Но это бесполезно. Даже нет, если 10 лет вы условно изменяли, все равно это покажет. Карл Кастанеда научил. Ой, Паш, это все выдумки. Блядь. Вас зовут Павел? Да. Павел, вы хотели бы сделать куни Maybe Baby? Да. Хули тут уже пиздеть. Мне кажется, вот бомжихе хотел бы сделать куни, сказал да. И была бы правда. Павел, вы хотели бы сделать куни Maybe Baby? Да. И полиграф нам это подтвердил. Мне кажется, знаешь, если вот так вот типа, пилотку ему показать, неважно вообще, чья она будет, и он готов. На самом деле, ладно, дуру не гони. Все ровно.
очень много закуни. А этот человек в кепке, походу. Вы хотели подогрева? Не-не, пошла жара. Я только за. Пока есть момент. Только за, говорит. Слушай, так, давайте продолжаем. Продолжаем. Павел, вам понравилось? Ирина, независимый эксперт. Да. Хотите куни сделать? Это тоже был вопрос от подписчиков? Я не знаю, что они там спрашивают у вас. Ну, я сомневаюсь, потом с ними поконнектитесь. Задавались вопрос, как бы... Павел, вам еще понравилась Ирина, независимый эксперт? Да. Да. Лукавит. Лукавит? Нет. Че, пиздобол? Пиздобол. Отвечай. Да? Да, хуй знает. Бля, ладно. Блядь. Следующий вопрос. Сделали бы вы Ирине куни, блядь? Это вообще взгляд. Вы боитесь тюрьмы? Да. Хотя нет. Нет. Ну, уже как ответили. Нет. Павел, вы боитесь тюрьмы? Нет. Хотя не, не боюсь. Какой что, там жесткий, да, вопрос был? В чате спрашивали, но мы его не будем писать. Павел. Напиши его там. Вы скажите. Напиши его. Вы хотели бы сделать куни Ирине независимым экспертом? Мы не будем вас спрашивать, просто... Правильно, не надо. Бля, это же весело. Это финальный вопрос. Весело, когда... И ты такая, блин. И прям закрываешь нахуй. У меня иммунитет. Это у меня не пройдет. Блин, ну это было бы весело. Весело у Малахова. Малахов хуй сосал. Честно. А у тебя? Успокойся, тоже сидишь и падай. Что происходит? Просто это финальное было. Ну, типа, мы начали и закончили красиво. Ну вот. Что за хуета, блядь, вообще ебанулись. Опять куни, муни, блядь, что вы такие озабоченные? У вас такая публика, наверное, я не знаю. Моя публика? Возможно, да, моя публика, возможно. Это дети. Ну, дети которые курят траву и нюхают. А ну, это уже с ними на коннекте обсудите. Вот мефедрон нюхает. Давайте потом. Мефедрон нюхает. Дежавю, он уже так делал. Он уже, когда речь на это заходит, блядь, все, он уже так делал. Я нюхаю полиграф. Один на пальцы и пробьем. Мы Малахова пригласим сюда. Он мне дрочил ему на голову. Сейчас вот на три пальца оденешь, я тебе вопрос задам. Нюхала ли ты мефедрон? Продолжаем. Давай, давай, сядь. Сразу. Вы знали тех, кому делали куни? Да. Когда? Ты ж не знал. Полиграф знает. Ты ж не помнишь, как... Павел, вы знали тех, кому делали куни? Да. Лукавит. Да нет, не знал, конечно, это было очевидно. Ты там вообще, типа, вот так вот закрыл глаза и говорил... Может, я вроде правильно понял. Ну, хуй с ним, неважно. И давай 20-й. Павел, сосал ли ты хуй? Павел, давайте все диалоги потом. Не, я просто подсказочку в зал сделал. Финально, 20-й вопрос. Вас зовут Павел? Да. Положи руку на коленку. На коленку, да. Павел, у вас остались чувства к Еве Карицкой? Да. А как это чувство остались? А письку лизать можно кому угодно, я что-то не понял. Я звук, если что, вырубил, Павел говорит правду. Моя бусинка. Да думаю, я такой пи***а, да? Да ты пи***а. Шла нахуй, пи***а. Ебаный разобещал ее. Че скейтер тебе ебаник разобьет? Ну как так-то, блядь, там типа, ну... Павел, продолжаем. Не, я просто я имею в виду... Все, банвордов больше не будет? Блядь, там, ну, из... это же тоже такая тема. Давайте потом расскажите. Блядь, ну 19 вопрос говно. Куба лаху хуй, ну кисть не сосал, блядь. Ну, даже если скажу да, блин, или нет, бля. Аккуратно, пожалуйста. Вас зовут Павел? Угу. Да. Да. Смотрим прямо. Глазами моргаем, но не закрываем. Павел, сосал ли Малахов хуй у тебя? Нет, пока что. Надо просто да, нет. Нет. Сука, что за вопросы, ебать? Блядь. Павел, сосал ли Малахов хуй у тебя? Нет. Правду сказал? Серьезная передача. А ты думала, что-то другое? Я ничего не думала. Реально, да. Ну, еще не вечер. Еще не вечер. Ты представляешь? Еще не вечер. Прикинь, рейтинги пойдут.
Там и так нормально, уже там нормально ответили. Ты Соболева перегонишь, я тебе отвечаю после этого. Не дрочить, ты Соболева на любого. Мы сами по себе двигаемся. Мне нравится 21 вопрос, и следующий, 22 я бы сделал такой... Сегодня, Павел, продолжай. Сегодня еще купишь? Павел, и прям продолжаем сразу, тестирование. Блядь, да зы... Нет, старый нет. Говорит, делай от души. Павел, от продолжаем. Души. Так. Вас зовут Павел? Да. Сука, я не могу. Я опять разогнался до юмора. Все, нахуй, меня рвет опять. Павел, вы смогли бы бросить наркотики ради семьи? Нет. Павел правду говорит. Гандон. Павел, вы покупали сегодня Кнакс? Нет. Пиздит, походу, слышите? Напиздел. Прям по глазам вижу, напиздел. Павел, вы покупали сегодня Кнакс? Нет. Павел правду сказал. Чего, блядь? Потому что я поеду за ним сейчас. Пять трансик, куни. Что у вас в голове, блядь? Люди мои любимые, блядь. Делали анилингус по линии фейс. Что? Да. И в этой нахуй сидит. Лолс классно сделал, но вообще зачетно. Не, полиграф может сказать. Павел, вы делали анилингус по линии фейс? Да, делал. Павел правду сказал. Понравилось? Я влюблён, я оказался. Это моя пуша. Да мы будем вместе жить. Ты уезжаешь от меня? Да, в конце августа. Кучач. Ты что пожалеешь, что ты уехала? Спасибо, не надо. Нет, ты охуешь. Мы тебе каждый день будем видеть снимать. Такие причем. Мне точно ничего не надо. Вас зовут Павел? Меня да. Уй, блядь. Да, нет. Нет. Вы лжете? Да. Павел, вы бы съели фекалии за пачку Ксанакс? Нет. Да ладно. Ну, глупо. Это глупо. Это глупо. Сейчас еще не вижу. Не, это реально глупый вопрос. Да какая нахуй? Это прикол, что фекалии за пачку Ксанакса. Павел, вы бы съели фекалии за пачку Ксанакса? Во-первых, не уточнили. Давайте, да, нет? Нет. Во-первых, не уточнили. Не, если... Но если бы указали, сколько таблеток в упаковке, может быть, я подумал бы. Ты реально какашку бы съел? Ну, женскую. А свою? Ай, блядь. О, сука, не могу погодить. Ну, женскую, блядь. Что, разница есть, типа, женская или мужская? Лозы хотят с тобой сделать такой следующий стрим. Ну, первое. Согласишься? Первое, им денег нахуй не хватит вообще. Всему Лолзу денег не хватит. Поэтому, блядь, это первое. Второе, не, к ним бы не пошел, сука. Там же ебанутые типы, там такие вопросы будут. Я сам себя схороню, блядь, я точно говорю. Скажи, сколько... Да не буду я говорить, сколько, блядь. Ладно, хорошо, им хватит денег, но я не буду называть цену, скажу, что не хватит. Но я не пойду туда, блядь. Первое, не соберет нихуя, сразу говорю. Сразу с нулевой, даже заплатит, я соглашусь, нихуя не соберет. Техника дважды, блядь, засунуть, разъеб, хуй. Но они по факту у меня шоу спиздили ж, блядь. Только тут вопросы охуевшие. Ну и гость, блядь, первый разъебный. Не, все хорош, ты расходись, заебай. Я не съесть, я куплю лучше, не, знаешь, не опорочу свое лицо, блядь, в креме в этом. Почему? Если бы тебе накакало по линии фейс в рот. На пальцах это хуй, въебут уже, охуеть тут все. Осуждаю максимально. Павел, вы бы занялись сексом с геем за 3 миллиона рублей? Да. Ну это, бля, такие вопросы что-то. Надо такие трешачковые. Павел говорит правду. Подумайте, бля, вообще еще раз позвать. Я уверен, я второй раз выпаду нахуй. Плохо знаете парой. Просто. С этой парой, блядь. Я бы с вами со всеми сейчас занялся. Просто ехать надо еще забрать там кое-что. Павел, вы любите БДСМ? Здесь я не могу ответить, да или нет. Да или нет? Нет. Павел сказал правду. Это не удивительно. Вот если был вопрос по любви гэгбэнг, там был бы другой ответ. Бля, надо больше про, знаете, какую-нибудь такую, типа, сделал бы куни там, такой-то, такой-то, я не знаю, дал бы соснуть такого-то. Да это ж вообще рофл, бля, ебаный. Вас зовут Павел? Меня, да.
Смотрите прямо. Куда? В камеру. Угу. Павел, считаете ли вы себя продажным человеком? Да. Ну да. Павел сказал правду. Жалко Пашка. Да не, не жалко, чё. Чё жалеть-то? Павел, любите ли вы искренне своего ребенка? Да. Старый, что у тебя в голове? Что... Нет, у меня сейчас спрашивают. Павел, да, продолжаем тестирование. Павел, любите ли вы искренне своего ребенка? Да. Я заканчиваю вопрос, вы отвечаете, не перебивайте. Уже неоднократно это повторяла. Можете меня нахуй посадить, если что. Будет красиво тоже в кадре. Нахуй посылаю. Ну, типа, иди нахуй. Просто такая разбавочка. Рекламная пауза, типа. Не, под такие вопросы, блядь, просто я не знаю. В туза, блядь. Я ебаю. Это круто, на самом деле. Чем больше прикольно. Потом все диалоги, приколюхи. Поехали. Павел, в тюрьме пытались засадить в туза? Нет. Потом все. Вопрос непонятный. Мне или я? Нет. Конечно же нет. Вы что, ебанулись? Павел, в тюрьме пытались засадить в туза? Нет. Павел лукавит. Блять, я еще я могу показать. Разъебучий нахуй компьютер, пиздёж. Я воспринял это, как ты пытался кому-то. Это друг, бля, нет, с моей стороны друг, блин, вопрос звучит, что мне? Я говорю, что вижу. Что-то мне стрёмно. Да ладно. Да похуй. Да бывает, не страшно. Да похую я. Почитай, что на экране. Вас зовут Павел? Меня? Да, нет. Да, я зовут Павел. Смотрите прямо. Камера. Павел, вы покупаете игры на Lols Market? Да. Скажи да, сука. Прочитай, а потом, бля, ой, сука. Павел правду говорит. Только на Lols Market я покупаю игры. И, ну, вот, на самом деле, Полиграф, ну, на 95% правильно все ответил, но вот этот момент с тюрьмой что-то не... Сказал эксперт Пауэр. Туза я там не принимал. Сказал эксперт Пауэр, ребят. Отвечаю, Пауэрбанк спиздит, так что, вы все гонди. Туза, блядь, удалите. У нас новые профи. Обращайтесь. А у вас духовенко снимался еще, да? Это, да, надо. Вы хоть скиньте потом посмотреть. Я посмотрел, посмеялся. Сейчас у нас осталось время. Мы можем просто, вы можете пока снять оборудование с Павла и поговорить. То есть Павел может рассудить. Не, это хуйня все ебаная. Это все хуйня. Надо... Ну мало, блядь, вопросов. Хуй. На 2 часа, блядь, сел его нахуй и давай. Пи-пи-пи-пи. Отлизал бы Пугачёвый там, например. Ну что-то такое, типа. Ну это ж вообще разрыв, блядь. И он такой, сейчас за хуйня, блядь. Смотри. А, ладно, смотрю интервью. Вопросы ему не понравились. Мне все понравилось, я ни на что не это самое. Я просто хочу понять, когда это выйдет, и посмотреть. Это уже вышло, это прямой эфир. Вы бы сделали Куни Эви Элфи? Не знаю, кто это. Это какая-то порнушница? Да. Энни Элфи, в принципе, это... Не знаю, Молу Тейло, там, Катрин Текилу, ну, опять не Элфи. А Катрин Текилу бы ты жаршал? Сейчас мы все снимем. Паш, скажи, ты меня любишь? Я? Да. Каждый день, говорит, давай быть вместе. Мы сегодня боролись там с кем-то нам. Да. Старый, нормально все было? Или просто выключить петличку хотя бы? Не подвел? Не, вообще. Давай, обнял. Всем спасибо. Ждем ли Квин? Всем твичом ждем ли Квин? Самый первый буду смотреть. Вообще похуй.